Здорово, Ольга, Кит Вормакс и нас кликаем. Я сейчас наследие Мертвой Империи. Я сразу же записываюсь. Скотина! Фу, ничего. Смотри, вы будете выберешь шляхи. Почему с ножом хоть как-то нужно? Хорошо, что не по ту сторону решетки. Прием. Берем некий слушать. Алло, да, наконец-то. Ты здесь, прием. Алло, если вы слышите, ты кто? Я заперт в комнате номер 143. Далеко от тюрьмы. Помоги мне, помоги. Прошу! Прошу, не волнуйся, постараюсь тебя найти. Обожду такое. Сиди в кресле, записываешь. Ну шо, пошли, ребята? А хуй знаешь, конченый, блядь, петух с ножом. Подожди, поднял его нож. Блядь, захуй я еще одну пульту отстрелял, ну, по рефлексу. Охраняли, блядь, бункер. А я знаю. Мы вроде прошли уже ту часть, где можно было слышать музыку немецкую. И тут не помню реально, где она находилась. Мы уже точно прошли. С одной пули. Головоломки, блядь. То еще на HD качестве. Знаете, кто долго редактирует, кстати, материал? Долго, еще пиздец. Он просто ебашить всех этот хуяк. Пошёл нахуй. Так. Ёбаный в рот. О, прэд. О, как. Давайте по правилу Лормакс идём сюда, чтобы он наткнулся на закрытую дверь. Ну или на фашиста. Эй, фашюга, сюда иди. На нахуй. Хуила, блядь. Ну я же сказал правила Вормакса, да. Ну все же надо было сходить, проверить. Надо тут зачистить. Что еще? Вопрос. Почему фашисты поодиночке? Когда мне это так проще, но... А хуй ты, мудак, ну худрат, ты умираешь, ты не фрейд, блядь. Гангон, блядь, вы, блядок, блядь. Я тебя в жопу ёб, как говорится. Блядь. Мразь, блядь. Окей, дальше. Так, подпишем ебало. Здорово, парень! А хуй ты такой живучий чмошный, блядь. Блять, он так пыхтит, как будто дрочит. Они бегают по бункеру и не стрелять дохлых немцев зомбарей. Там мы тоже были. Бля, ну хуру туда еще подперся, блядь. Сделали бы тогда вот эти стены, не знаю, непроходимые, пока до куда-то не дойдем, блядь. А то ты можешь просто потратить секунды свои. Пустую. Оттуда мы пришли, да? Да, мы отсюда пришли. Да, вниз. Блядь, это похоже, пацаны, на эти спуски. Окей, нету немецкого этого хуйни. Знамена. Здорово, пошли.
раз в рудак, нахуй. Как говорится, раз не пидорас. О, пред! Сука, не стреляй! Я отвечаю, я не держал. Ты петушня, блядь. Я раз нажал, и дальше он залганул. Очень не видит, присмотрю. Кнопочку. Пульсировал. Один раз нажал, сука. Реально, раз нажал. Так же, ну. Фу, блядь, я знаю, куда попал. На, ебал. Ой, в какой-то голову отвалился, ну, пиздатый. Ну, хочется по ебальнику дать. Чем тяжелее. Хули ты все умничаешь? Ты что, сука, пидор? Там энергия, здесь ключ. Идем, Маша, топором, чтобы что-нибудь рубить себе нахуй. Интересно, в таких каменных стенах ему не холодно? Поделал хотя бы дрожать, мощи поебать. А вот где замочная скважина? Ко-ко. Никого нет. Кто-то тут-то и должен быть. Да. Блин, да что это такое, блядь, телефоном, мразь, блядь. Выблядок, блядь. Я тебя в жопу, ёб. Я вижу, что рычаг, ну, генератор. Не надо. Бля. Это человек. Он в криокамере. Сука, он... Это такой ужас. Пацан. Пацан, бля. А ты в курсе то, что ты, блядь, стал... Ты в Майнкрафт зашел? Ты пиксельный, бля. Блядь, конкретно пиксель. Так страшно, нахуй. Мне вот эти пиксели испугали, чем я. Немцы, нахуй, дохуя. Идем, Маша, да фольку. Рубим воздух, нахуй. Сюда. Так, так. И. Бля. Мадик избит. Подлодка, я ему ее не говорил вроде. Она пиздатая, я помню, играл. Ну, она, конечно же, бля, ну... Текстурки так себе. Пошёл нахуй! Капрал, здравствуйте. Давайте это мудака так называть. И просто давайте назовем мудак. Хочу быть мудак попал нахуй. Блять, отходим, отходим! Блять, все равно хп несло. Не лезь, блять, дебил, сука ебаный. Слышь ты, блядь, какашка безногая, блядь. Ты гандон, блядь, офицер, нахуй. Пиздюк, блядь. Выблядок, блядь. Пиздец. Чё? О, прэд! Здоров, барин! Иди нахуй! Мудак, блядь.
Не, на этой лодке реально охуитель. Чё, дрищи, что, блядь? Я потихоньку не знаю, только газу, наверное. Пульки, пульки, нахуй! Пизда рулям. Это, по-моему, еще для этого, блядь. А, нет, здесь не будет такого. Давай дальше. Ключи. Прикольно, да? Немножко прикольная игра. Знаете, как сцена на Титанике? Ахуй, что не говори. Раз и пидрас говорить. Хотя бы в тюрьме все пули возьму. Реально, графон прикольный. Мне бы такой домой, я бы, не знаю, радовался жизни. Давайте послушаем просто музыку. Чуть-чуть хорошего. Ну реально музыка прикольная, там тоже будет похожая музыка. Это как бы очень такая старелка. Ну вроде это место. Либо я мимо него прошел, забыл о нем. Ну ладно, я вас хоть удивился этим, надеюсь. В принципе, игрушка, ну, не помню, кого нагода, я вообще в свой маркетинг попрочку смотрю. Там главное, что бесплатно. Тут ни хуй не работает, только. Да интересно, почему на такого прочего бы это подумал? Почему в комиксах не видно, что это фонарь, блядь? Вопрос, он чё, себе хуй на лоб приклеил и им светит? Или как он светит? А, что это? Вообще нежелание. У нас есть ключ. Ключ открывает дверь. Или сейф, мы в этой игре не сейф. Есть только дверь. А дверь где? Тут что-то. Приветики, именитики. Хуел, блядь, звуковая глаза. Ебать, наш персонаж когда-то тоже, сука, пиксельный чувствовал, но в рот я хуел. Мазафак. What the fuck? Блять, я здесь был. Задний ход, луна. Надо с ним еще погулять, не знаю. Не знаю. Интересно. Где это? По сюжету тут даже не если какой-то блядский бункер, я бы не знаю. Я бы сказал, кутаки его назвал, дети нахуй просто бы сидел, не знаю, там жрал какой-то хуй бы и жрал. Ну или киркой же можно стенку поломать. А там вода нахуй. И хуяк я затопил, и хуяк сдох. Ну заебись, я конец истории. Ну хотя да, игрушка прикольная, в принципе. Мы здесь были, блядь, или нет? Ну нахуй тебе выбираться. Да, постоянно, когда уже большой уровень идут, ты уже реально играешь по полчаса, по часу. Да, здесь мы начали что-то. Пизда ответвлений. Отсюда ключ. Серьезно? Ку-ку. Ку-ку. Есть кто дома? А можно, пожалуйста, мне... О, вот. Официант, мне, пожалуйста, тротил. Ну, уже к тебе припал. По-моему, это выход с локации. Блять! Блять.
понял. К чему это идет? Это, знаете, конь, когда мы шли, может что-то мотать. А, да, да, то, что ты с локации. В общем, когда мы шли, там горел огонь. В общем, когда игра раньше, то ты когда через него проходишь, ты сгораешь заживо. Я проводить сейчас не буду, мы сейчас с вами нормально сейчас так вот. Дошли. Вроде как когда да, реально был огонь. И он же вроде стал поменьше. Вот теперь где он остается открытым? Мы шли вроде отсюда, да? Да. Хуяк. Если бы мы реально так сделали в каком-нибудь подземелье, ребятки, то типа хуям взял на воздух, что это, блядь, ну, более 70 лет вот этому бункеру. Выглядит вообще. Так что... Блядь! Захочу эту пулю вообще. Ну, пусть у нас, ну, магазин с хером. Боеприпасы. Рычажок! Ну, уже стоп у меня. Здорово, парень. Ты другой? Ну, вроде как. Ебать ты пиксельный. Ты вот так. Сука, я ему сделал дырку, но не пробил стекло. Вопрос. На кой хуй он треснулся? Кстати, наверное, внутри стекла он мертвый. Наверное, знаете, хотели какой-то офицер себе заморозить, потом возродиться в каком-то там веке. Я прошу, да? А, да, здесь вот книга. Я сейчас буду даже записывать, но я просто буду прививаться. Там была шахта. А, хуй. Всегда все показывали.